И снова здравствуйте, уважаемые дамы и господа. С вами Олег Алаф на связи. Мы сейчас правим шею. Человека застудил очень сильно, но он уже поворачивает. Даже после многих приемов стало легче, да? Кое-где еще это осталось. Остаточная боль, вот мы расслабляем. Жена привела мужа на экзекуцию, но это лечебная процедура, они идут через боль. В некоторых случаях повытягиваем. Позвонки ровно поставили. И теперь представь, что ты находишься на курорте, лежишь на пляже, белый песочек, сверху ни облачко, небо чистое, чистое, только одна одинокая человека в глубине, где-то в высоте летает, а сверху солнечные лучи нас согревают. Так, приходи в себя. Что почувствовал? Говори. Нам даже облегчение, да? Везде, вот в шейном отделе, в грудном отделе, да? Ну все, достаточно, вы можете связать. Видео выключайте, в следующем видеоролике еще будет.